Маша, к сожалению, уехала, и мне пришлось это делать самому. Нет, на самом деле, я специально уехала, потому что я решила довериться такому мужчине, как Алексей. У которого нет абсолютно никакого опыта по вытягиванию вот этих штучек. А знаешь, это и хорошо. Ты знаешь, наоборот, как бы вот хотела сказать дуракам. Дуракам везет. И действительно повезло, потому что я... Нет, хотела сказать, знаешь, когда вот впервые человек играет во что-то, знаешь, идет в казино. Новичкам, ты хотела сказать, но получилось дуракам. Новичкам везет. Мой хороший дурачок. Это именно... И там вот досталась очень хорошая музыка. Любовь? Да, настала. Так что вот... Роза Эрмбаевой. Она настала, да. Она настала. Она настала. У нас очень хорошая нижняшка есть. Нижняшка, середине да, номера, да. Мне прям больше всего главное доехать до нижняшки. Но потом тоже нужно доехать, но главное до нижняшки, вот хорошо. А, дорогие зрители, нижняшка — это то, когда мы можем отдохнуть вдвоем. Я от того, что Маша сидит на мне. Какой-то как пит-стоп для гонщиков Формулы-1. Я думала, это... идет до заправки. До заправки. А Маша тоже... отдыхает от того, что... Нет, я тебя в этот момент люблю, понимаешь? Поэтому я люблю нижняшку. А ты про какие-то допинги заливаешь. Пит-стопы какие-то, понимаешь? Ой, дорогие зрители, что я только не узнаю просто на профайл. Просто каждый человек воспринимает вот те чувства, которые рождаются в нем по-разному. Для кого это пит-стоп? Это заправка. Заправка. А у меня любовь. А у нее любовь. Я пришла сюда для того, чтобы перебарывать себя. Какие-то, может, себе менять какие-то качества. Если ты пришла перебарывать себя в первую очередь, зачем ты меня постоянно зовешь на лед? Ну, потому что ты мне нужен, чтобы мне перебарывать. Понимаешь, всегда нужно что-то еще, понимаешь, вот, допустим... Катализатор. Да, ты мой катализатор. Я твой катализатор, твой пит-стоп, твоя нижняшка. Да. Что еще? Для этого номера нам нужен роскошный образ. Бальзам для губ Experience отлично подойдет. Он придаст губам потрясающий блеск и сияние. К тому же он будет нежно ухаживать за губами во время выступления на льду.